Надеюсь, вам будет страшно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё? Круто тут. Свобода. Ты единственный человек, которого я еще не заебал на велосипедах. Остальные ты уже знаешь, что им, ну, типа, блядь, эти больше ездить не будут со мной. Ну что, мое бичевское прошлое возвращается, лажу под заборами, блядь. Вот так. Я полез. Не смотри на меня. А, блядь. Ни за что туда не поеду больше. Обязательно. Очень быстро. Сдачу сядем где-нибудь. 33 рубля, знаешь? Хорошо. Давай где-нибудь в Тиньке. Пойдем. Ну, пришло время. Слушай, хорошее место. Да. Место хорошее. Тут, кстати, берег балдежный, он такой длинный. И везде лавочки стоят. Слушай, а ничего так тут. Так, вот тут где-то нам надо направо, вот тут. Переходить придется. Нет, ну проходи. Элементы кроссфита, блядь. Это тяжело. Тяжело, да? Да нет, просто лестница не выглядит надежно. Понимаю. Вот тут, да. Ну да. О! Как хорошо, что у меня не стелс-навигатор. Тяжелый? Он же тяжелее моего в 3 раза. Ребята, марка велосипеда выходит на связь прямо с линии монтажа, потому что велосипедная стрелочка в этот раз не повернулась, и поэтому требуется ваша помощь. Саша делает очень качественные видео, хорошая картинка в высоком битрейте, чистый звук, крутая стабилизация, групповые тренировки, которых у меня нет, и просто красивые поля, которые у меня есть. Еще он делает цветокор. Ну, это я уже сам понял. Но дела идут не очень, ребят. Посмотрите, сколько у такого замечательного видео всего 295 просмотров. Я не знаю, как это возможно, но мне кажется, это нужно исправлять. И поэтому ссылка в описании. Вы знаете, что делать. Автору нужна аудитория. Вы нужны прямо сейчас. Ссылка в описании. Не забудь и не поленись. Злющего охранника. Пути уже километров 500, наверное, я не знаю. Обсудили всевозможные темы, померились своими возможностями, согласились на том, что едется легко сегодня, да? Да. Да. Ловим кайф, прям в рожу дует. Немножко подрывает мачту. Да. Мачту сегодня мы закрепили получше, потому что ехать долго. 1002 не меньше. Успеть до вечера. Успеть до вечера. Ну, кажется, дорога хорошая. Проверено. Страву. Блин. Пролезешь? Ну, конечно, не просто. Бля, прикольно тут. Я люблю, когда тень, знаешь. На дорогу. Бля. Машина, заезжай. Слушай, такие интересные места здесь. Я балдю. Мне интересно, едем нормально или нет? Ого!
Хорошая машина, ничего не сказать. Слушай, у нас сегодня асфальт и красивый лес. Ты представляешь? У нас ароматный микс. Ароматный микс. Шишки сосновые. Прямая дорога до берега. Уф, ребята. Слушай, ну вот вдвоем абсолютно другие ощущения. Не-не-не, не бойся. О, там он. Ларгусы есть. Тут же мост строят. Ребят, сейчас будет показана глобальная стройка, которой в Тольятти еще никогда не было. Постройка моста. Давай, не знаем, ребят, как поехать. Ну давай, короче, по низу проедем, посмотрим. Не знаю. Че, хочешь тут пойти? Пойдем тут. Нет, говори, где? Я не знаю, карта показывает вот так. Карта вот так показывает. Ребят, вот тут будет мост. Вот прям туда. Прикольно. Говорят, к 24-му году только. Я уж умру к тому времени. Я, наверное, тоже. Вот, короче, нам куда-то туда. А куда туда? Непонятно. Это в Страве маршрут? Да. Ты удивляешься вообще всему, что происходит сейчас? Я удивляюсь, что такого вот. О, ребят. Вы осуждаете такие растения или нет? Что это? Какое-то дерево, наверное, будет. Ой, блин, а я не знал, что здесь так глубоко. Слушай, я всегда мечтал побывать на такой стройке. Да, стройка. Какой положняк? Нам нужен первый поворот направо. Такой вот положняк. Просто первый поворот направо. Туда. Через лес, типа, поворот нужен туда. Нет, дорога нормальная нужна. Аккуратно. Велосипедные следы. Гайз, дорога кончилась. Был знак «Палка леса, осторожно». Сейчас будет страшно. Вот нам направо. Если есть дорога. Нет дороги. Тут стройка. Если что, глубже пойдем просто и все. А, слушай. Вон. Слушай, вообще класс. У-ху! Воу! Круто! Ля! Кажется, мы попали туда, куда нужно. Очуметь. Очуметь. Красиво, да? Ребят, глобальная стройка, глобальнейшая. Смотрите, ребят, дерево там. Кстати, я слышал, что здесь в год по метру вымывают земли. Не, ну круто, да? Балдеж. Вообще. Блин, ребят, я здесь вот прямо на углу, это получается, знаешь, это угол на карте получается. Угол берега. То есть потом берег уходит на север. Это сейчас угол, где он уходит на запад. У нас же берег идет вот так, типа квадратом. Ну, ребятки, это того стоило, мне кажется. Мне уже нравится. Да, вот это я не видел. Эксклюзив, ребят, эксклюзив. В общем, идея этого моста такая, что он будет разгружать мост, который идет ниже по течению. И транзитные всякие машины смогут объезжать его. Потому что, грубо говоря, я не знаю, скольки. Километров, наверное, 200 или 300 сокращает ГЭС. А это будет второй мост, который позволит вот машинам проезжать в этом месте. Блин, ну очень живописное место, мне прямо очень нравится. Да забей, нету высоты, Николай. По дорогам, да. Бля, очень крутое место. Ля. Тут вообще рядом с обрывом. Да. Слушай, травой пахнет, чувствуешь? Светет что-то. Смотри.
Так, у меня не записалось. Какой-то экшен не записался. Надеюсь, вам будет страшно. Мне это точно страшно было. Но вообще, второй раз я бы там не поехал. Но если вы меня смотрите, то я поеду. Конечно, глупо так делать. Смотри, Николай, сейчас улечу. Все. Мы сегодня с тобой такие спортивные. Ручка. Я вот тут ни разу не ездил. Я знал, что здесь круто. Но с этой стороны я ни разу тут не был. И это того стоит, на самом деле. Особенно, когда ты не один, когда ты соображаешь, что ты едешь. На! Ля! Можешь в серединку въехать. Ля! Грязюка. Слушай, тут вообще прям глушь такая. Я такого леса давно не видел у нас. Выехали из леса на асфальт. Я тут не ездил, я не думал, что здесь так много асфальта. Я ездил в начале у Алых Парусов, там турбаза большая. Ну это тоже между турбазами? Да. Вот, и я не знал, что здесь такие просто, блядь, невероятные дороги. Смотрите, прям в лесу асфальт. Мне кажется, это нетипично для нашего. Это как кино. Да-да-да. Там вообще сруб и пасека. И палатка. И палатка. Блин, ну реально дорога прям, я в шоке. Не, ну тут красиво. Да. Папоротники, крапива, ладно. Только я сказал, что торчков нету, торчки, блядь, вот они. Главное скорость набрать и в подъем не крутить. И... А, не особо сильный. Не крути тут, не крути. О! Кайф, да? Опа, и пошел. Вот тут можно крутить. Так страшно, что это не запишется. Три. 600 километров проехали. Заехали вот в такую штуку. Санаторий, турбаза, не знаю. Едем к берегу, да? Ну, короче, ладно, там разберемся. Дальше у меня не записано. Ну что, мужики? Сейчас все будет. Поехали. Очень красиво здесь, я прям не могу. А? Я преисполнил. Ноги отдохнули. Мы сейчас как раз к реке идем. Ребятки, камера зависает. А сейчас такой будет балдежный спуск, вот прям мечтательный. И у меня камера зависает. Да, это не для меня, конечно. Да, ну ты посмотришь, как я вниз улечу, я не знаю. Там прям жестко? Да. Окончается он как... У воды. Бля, вроде пишет. Поехали, пока пишет. Я перед спуском еще проверю ее. А? Нет. Но это начало. Вон, вода уже внизу, это он. Начинается. Это он. Не, я боюсь. Да нет, ты увидишь. Я, если что, кричать буду. Не, давай. Записалось? Скажи, что записалось. Пыльно, да? Пыльно. Тут, короче, кайф в том состоит, что тут прям тропинки есть по склону, в цветах.
Это очень круто. Так, а как нам туда? Сейчас посмотрю. По идее, тут вот за машиной дорога. За машиной, да. Да. Круто, да? Мне нравится. Ребят, вот прям то, что не хватает иногда. Такой живописной штуки. Ля. Очень круто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вовремя я выстегнулся. Спасибо большое. Все, гайс. Море. И это все называют морем. Мы доехали. Здесь у нас будет конкретный привал. Мы здесь поедим, отдохнем. Слушай, мне кажется, здесь можно снять обувь, да? Вот такие вот дела. Ну вообще песок что нужен? А там люди. Кайф. Мне кажется, каждый велосипедист мечтает об этом в поездках. Сейчас, подожди. Подожди. Вот, короче. Все. Бескрайние просторы, в которые я сейчас войду своими копытами. Вот. О! Ха-ха, как же хорошо, бля. Я не хочу отсюда уезжать. Слушай, это очень круто. Неужели сюда на машине спускались? Травой пахнет. Ля, слушай, вообще поляна балдеж. Я смотрю в перспективу и прям вау. Целых полтора, ребят, часа мы там просидели. Отдохнули как нужно. Вдвоем все-таки не так уныло. Да. Вдвоем все-таки не так уныло. Место, конечно, вообще сказка. Еще тут ветра нет, да? Температура, мне кажется, идеальная. Прям вообще ребер. Ехай, да ехай. Фу. Как же хорошо. Пол седьмого, прикинь? Да, время много, дом нужно. Офигеть. 15:40. Бля, так давно хотел с фонарем поездить. Ты не представляешь. Батарейки садятся на камере в лед. Приходится их заряжать. Смотри аккуратно. Нормально. Я тебя поздравляю, у нас полтос. Балдеж? Балдеж. Спасибо. Действительно, она тут широкая, да? Блять, меня водят. Да, кайф. Горят. Друзья, добрый вам день. Молочный запах. Коровий молочный запах. Хочу всегда потрогать корову, но боюсь. Хочешь меня потрогать?
такой шнобель. Большой, скользкий. Кстати, не чищенный. Ребят, здесь просто бескрайние, блядь, бескрайнейшие просто просторы. Николай в шоке. Нравится же? Мне очень нравится. Очень нравится. Ребят, хочу корову снять. Хочу снять корову. Хочу, чтобы она мне камеру понюхала. Я, конечно, боюсь коров. Коровка. Иди сюда. Смотри, не хочет. Вот та балдежная. Та вообще круглая. Но я к ней не пойду. Они меня не хочут. Если тёлочки меня не хотят, я не буду им ничего делать. Если вот назад посмотреть, там должен быть берег. Но его не видно, потому что здесь все очень широкое. Русло Волги. Ну и видно далеко. Круто. Тут косили. Вот такие, ребят. Тут берега. Метров 20, наверное, я не знаю. Ласточки, ну, там у меня норм своих. Жесть. Очень круто. Где-то 6000 километров мы уже проехали. Отличные виды. День прожит не зря. 7:30 вечера мы едем в поля. А поля тем временем убраны. И мне, блядь, очень это нравится. Потому что, когда я в прошлый раз здесь ехал, поля были, блядь, просто отвратительные. Все заросшие, страшно. А сейчас прям как с картинки. И тут нет вот этих гор просто, вот, которые не дают тебе спокойно ехать. Не знаю, ребят, нам сколько нужно по полям ехать, но ехать нужно много. По полям, синие тракторы. Сразу выяснил. Круто. Я даже, наверное, зайду туда. Траву? Да. Я тоже хочу. Камера не лагает. Ля. Круто тут. Круто тут. Они такие мягкие. Это? Да. Нет. Посмотреть. Круто тут? Давай. Трактор несется. Синий трактор. Бля, слушай, я не знаю, вот мы ехали здесь. Тут была дорога, сейчас ее тут нет. Я пытаюсь понять, как там ко мне выйдет. Нет, мы выйдем к тебе в любом случае, ты забей это за мной. Нет, я пытаюсь... Да вроде выглядит покрепко. Не, я боюсь, что я упусь. Ну там ты точно не утонешь, брат. Да? Лучше так не делать. Слушай, очень сильно трясет. Мотыляла. Я ударился грипса и в этот, блядь, в штучку. Бля, я по нему ехал. Это ж пи***ц. Как я по нему ехал? Жесть. Съеби нахуй. Марк, съеби нахуй. Нет, блядь,
Так я тебе снимаю, давай. Да пошел на. Придем. Так не прыгай. Бля, это реально круто. Ой, блядь, где тут снимает конец-то? Снимает он мне там лицо обосранное. Нет, не оно. Но это далеко. В смысле, вот, вот эти. Не, ну не, я... не посадка, а вот, раз, два, три, четыре. Да. Может, там есть? Близко? Я имею в виду, что вот в прошлом году я ездил тут. Это не постелы, это здесь. Ее запахали, короче. Все, ребят, была дорога, нет дороги, запахано. Вот она, плачущая ива. Да там что-то плывет. Не, ну фоткать так фоткать и становишься. Я пока посмотрю, куда нам. Вода тупо прозрачная. Все видно. Ух, круто. Ребят, мне так понравилось заходить. Вот поле топтает. Поле притопчу. Лол. Свобода. Семьдесят километров в пути, ребят. Сейчас футбол. Вечереет. 9 часов уже, ребят. Да? Ты себя снимаешь прям как идущий к реке. Да. Мы ходили к реке сегодня много раз. Мы преисполнились. Разным рекам. Рек было много. Смотрите, как вода фигачит. Вот тут я не удивлюсь, если тут глубоко. Не удивлюсь, если глубоко. Тут бетона нет. А, у них там загончик, прикинь. Не, раньше тут вообще круто было. Я представляю, если воду. Так мы типа купались, когда было, ну, побольше воды, чем сейчас, раза в два. И, короче, все в слизи, в камнях, вот в этом. Странно. Холодно, блядь. Очень холодно. Освещения нет, нет. Самый кайф сейчас будет. О, да. Да, ребят. О, да. Вот горки мы не почувствовали. Да. Можно еще раз поговорить? Ну, блядь, поддержка.